На президентские состязания приезжают не только спортивные, но и талантливые ребята. Сегодня в смене прошел творческий конкурс среди сельских классов команд. Лучшие спортсмены региона на спортивный праздник собрались. Участники прониклись тематикой Великой Отечественной войны, показали творческие номера, где рассказали о своей малой родине. Поселок Буланаш, в котором мы живем, тоже внес свой вклад в победу. В 1939 году здесь начали разрабатывать угольные шахты. Творческий конкурс требует серьезной подготовки. Стихи, песни, сценки, презентации. Мы очень долго на протяжении всего лета занимались и физическими нагрузками, и также творческим конкурсом, и теоретическим. Задача класса команды и каждого участника справиться с волнением и выступить достойно. Я очень волновалась, мне так было страшно, что я что-то сделаю не так, что что-то не так получится. Участники из Томской области в своем номере рассказали об истории родного края и его достопримечательностях. Мне кажется, душой выступили. Нам хотелось плакать. Мы не могли улыбаться, потому что нас просто так схватило за душу, что... Творческий конкурс для сельских и городских классов команд будет проходить на протяжении 14 дней президентских состязаний.